Всем привет, вот купил колоночку за 400 рублей, такая вот банка Кока-Колы. Поскольку у нас Гелендваген масштаб 1 к 32, он повыше, пошире, чем Газель, в которой я Москву делал. Также в комплекте вот был разъем такой, через мини-USB заряжать, и тут еще AUX написано. Также выход наушников. Сюда флешку вставлять. Ну вот тут вот DC 5 вольт AUX. Это включение-выключение. И тут USB. И тут вот джойстик такой. Play, пауза. Следующий трек. Громкость прибавлять. В другую сторону трек. Также громкость прибавлять. Но оно нажимается и необычно. Динамик мне понравился, не ожидал за такие деньги, что динамик будет такой черный. Не такой, как у меня в Таранисе был. Вот такой вот серебристый, хромированный. Вот. Сейчас мы включим ее. Разъемы такие, блин, тугие очень сильно. Звук неплохой, только она звенит, но звенит она, потому что она в пластике. Тут корпус весь дребезжит сам по себе. И динамик почти закрыт сильно. Вот. Я думаю, если я динамик полностью открытым сделаю, то он будет нормально играть. Динамик такой, как я ставлю обычно в тачке. Раньше он, конечно, поменьше. Ну и магнит у него тоже слишком маленький. Вот. А вот тут вот он побольше. В Таранисе, по-моему, 3 сантиметра диаметром, а этот 4-сантиметровый. Вот. Сейчас мы ее разберем, посмотрим. Я думаю, там самое нужное, самые главные мозги где-то по центру платы, а по краям расходятся всякие дорожки на разъемы, которые мне не нужны будут. Хотя, блин, не совсем так, как я думал. Вот у нас аккумулятор какой-то. Интересно, какая емкость. Ага. Похож, как в телефонах ставят. Ну, в общем, вот динамик, то, что надо. Полностью резиновый, 4-сантиметровый, 3-ваттный. А, вот оно что. Не увидал. Плату в любом случае отрежу. Мне, в принципе, наверное, чтобы вместить как-нибудь. Вот он, динамик неплохой, то что надо. Вот видите, да,
принципе, влезет. Даже его подрезать не надо. Да, в принципе, и в газель не подрезал. Так что будет с музыкой гелик. Так же, как в газель, за переднее сиденье зайдет. Затонирую окна, и вот за передними сиденьями, вот так вот, как в автомобиле стеной делают, поставлю. Видите, видео с готовым. Всем спасибо за просмотр. Пока.